Приветствую вас. Вот вам уже ответили, в принципе, на ваш вопрос. Добавить я хотел бы немного, но, на мой взгляд, весьма-весьма значимый момент. Значит, во-первых, любая болезнь может возникнуть из-за нервов, это совершенно точно. Но нервы, вот сами нервы, состояние нервной системы, оно вот действительно провоцирует разные заболевания, может провоцировать. Как бы вот то, что вы говорите, это следствие защитной реакции организма. То есть организм так выражает защиту от негатива, который, собственно, ну, у вас есть, в вашей жизни есть. И, собственно, симптомы лечатся стандартно, как обычно. Именно симптом. А вот причина кроется на самом деле не в нервах, как вы говорите. Причина кроется в ситуации. Причина кроется именно в ситуации, как которая заставляет вас нервничать. Я надеюсь, вот этот момент вы поймете правильно. То есть дело даже не в том, что вы испытываете стресс, вы там волнуетесь, что вы переживаете и так далее. Нет. Дело не в этом даже. Дело именно в том, что есть ситуации, которые заставляют вас переживать, испытывать нервное напряжение, негатив испытывать. И, соответственно, именно вот с этими ситуациями и нужно работать с вами. Почему они возникают? Что вам с ними можно сделать, что вы можете сделать, чтобы они не возникали, как вы можете на них повлиять, может быть, там, может быть, реагировать меньше, ну, менее откровенно, менее выраженно будете. Если ситуацию изменить не можете, то можно поменять все отношения к этой ситуации. Опять же, отношение к ситуации поменять. Это можно и нужно через разбор ее, этой ситуации. Вот. Отношение поменять ситуацию, это не значит оставить ее неизмененный, да, это значит немножко другое, это значит, что вы научитесь ее просто-напросто лучше понимать, и вам от этого будет только плюс, это хорошо, если вы будете ситуацию лучше понимать. И вот именно лечить болезнь здесь, ну, конечно, стоит двумя способами. Первый способ – это симптомы. Вы лечите симптомы. Ну, как? Лечите вы, не лечите вы их. Просто стараетесь купировать, да? То есть, чтобы они на вас, ну, не влияли на вас так сильно. Вот. А второе направление лечения, это, конечно, психотерапия, разбор
ваших ситуаций, в которых вы оказались. И, собственно, проработка выходов из них, из этих ситуаций. Вот это вот то, что вам нужно делать. Там, потому что одними лекарствами, ну, давайте будем честны, одними лекарствами, собственно, вы никак не сможете обойтись, одними лекарствами вы не сможете вылечить свои болезни, потому что они возникают не из-за этого, не из-за того, что вы именно просто взяли и заболели, как тем, чем заболели. Вот. У вас это реакция на негативную стрессовую ситуацию. И именно в ситуации кроется ключ и средство к тому, чтобы избавиться от болезни. И в некоторой степени вам даже легче, чем, например, тем людям, у которых болезнь проявляется, ну, как бы, сама по себе. Потому что они не могут управлять ей, они не знают ее причин. Причина, она, ну, там, в данном случае, кроется вообще каких-то, ну, физиологических проблем. Вот. А у вас ситуация другая. У вас ситуация такая, что вы совершенно точно знаете, вот есть нервные переживания, до которых вы испытываете негатив, и вследствие чего у вас появляется болезнь. Вот, собственно, и нужно в таком ключе и контексте стараться двигаться, и тогда, я думаю, все у вас будет в порядке. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку, помогу вам. А если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.